А я закинул и оборвал. О-о-о-о-о-о. Опачки. Я уйду, что ли? А если я лепша сделаю? Все? Понимаешь, запрыгнул. Вон так уплыл? Я только львом ее поймаю. Ну, если честно, с мясом напополам. Снимай его. Кого? О, поймал, поймал, смотри. Вот, видишь, а что это за рыба? Галавль. Как? Галавль. Сейчас, подожди. Ты, блин, понялся, с рыбой есть. Есть. А это секрет. Ядик или что это такое? Галавль. Нет, тут, в смысле, какая-то тема, в смысле, другая. Понял? Галавль. Головень. Головель. Я тоже, в смысле, блогер, тут видео снимаю, в смысле. Ну, дело нужно. На ютубе, в смысле, канала нету, в смысле, еще не вырос до такого уровня. Сиди и до 9. А, само было. Ну, сейчас тоже зорька начинается. Джазы зашали, пусть. Я пусть до 7. Прям отлично было. А потом уже хуже, хуже. Что-нибудь скажи. Рыбацкое счастье есть. Вот она, вот оно. А, вот здесь вот. Хватает. Жадная рыба. Ух. Есть хочу. Не такая уж большая, а он блесну живет вовсю. О, этот хорошенький. Такая же, да? Это хороший, да. Я сразу понял, что камера здесь есть, да? Можно сюда поводить, то все. Рыбацкое счастье, да? Да, есть оно. Сделайте рекламу, если вот этот человек, с Каменно-Шахтинска, поймал себе рыбу. И вот вам все подарок. Сапоги есть? Потихоньку, потихоньку, потихоньку. Ну, если надо ловить, а так он отойдет и пойдет. Ой, это! Хитрый! Видишь, голавль, а такой! Сейчас самая большая наша будет. Ставки есть? Ставок больше нет. Я-то, в смысле, одну принес, в смысле, плюс один. С вашей стороны будет что-нибудь? Зацеп. Как? Зацеп у меня был. Зацеп? Выпускаем, да? Конечно.